По дороге с прогулки с пляжа заехала в супермаркет. Ой, какие арбузики классные. Так хочется. 6,99, 7 долларов штука. Ой, это чича тяжело. Ну, сейчас я подумаю. Подумала, что тяжело нести. А я без, как бы, просто у меня кулечек с собой, такая торбочка. Лучше я манго куплю, парочку. А манго, не на 4 доллара две штуки, оказались все такие твердые, как бубен. Поэтому я решила их не брать. Так вот, так, сливы это будут кислые. Ой, что это, персики новозеландские по 8 долларов. Штука, ой, это такие, по зубам буду тебе. В общем, я стою и перебираю в харчах. Два авокадо на 2,80. Помидорчики такие маленькие на развес, обратите внимание. Цена 30 долларов килограмм летом в Новой Зеландии. Перед смертью. Пол ананаса 2,99, 3 доллара. Пол дыни 5 долларов. Черешни 700 грамм 11,99. Хорошие были черешни, я брала последний раз. Я не очень большой их любитель. Ой, так, ну, в общем, даже не знаешь, чтоб такого купить. Пойду, наверное, куплю хлебушка, в общем-то. Зачем я сюда зашла? Апельсины? Что-то я не пойму. Это вот эти вот, что ли? Кулечек 6,49. Кило 300. А, да, такой здоровенный. А это новозеландские по 5 долларов килограмм. Бесславная. Прогулялась по супермаркету. Я вернулась домой и принесла покупку, которой у меня не было, наверное, последние, ну, не знаю сколько, лет 30, это точно. Наверное, со времен студенчества, когда мы покупали там на перерыве какой-нибудь пирожок или бутерброд. Да вот и я купила. Купила хлебушка. Зачем заходила, того купила. Хлебушка такого с овсяночкой. Классный, хороший на вкус. И купила свой любимый йогурт Гопала. Сделать творог, чтобы потом из творога что-нибудь изобразить. А может быть, знаете, мне пришло в голову сделать на кефире окрошку. Нет, не буду делать. Укропа нет. Окрошка без укропа – это вообще, это никакого вкуса совершенно. Ни вкуса, ни запаха. Лук зеленый есть там на балконе растет, но укроп нужен. Это самое главное. Ой, как я страдаю без укропа. Вы знаете, вообще этот укроп никто не употребляет, вот кроме русских. Правда, эта женщина на рынке в Такапуне сказала, я его высаживаю и потом продаю русским. Значит, вот этот Гопала по 3 доллара штука, а хлеб, а сколько хлеб? Ну, в общем, всего я заплатила, Всего я заплатила 8 долларов за все это. То есть 6, ну это тут там 2 с чем-то, да, 8 долларов. 8 долларов и 37. Нет, да, 8 долларов 37 копеек. Ну, в общем, что какой-то хлеб сильно дешевый. Я же привыкла, что хлеб тут 4 доллара. Ой, вы знаете, вот так вот прошла по супермаркету, и вот нечем соблазниться. Вот смотришь на эти фрукты, а ты знаешь, они вот не до. Как вот он. Сейчас я скажу. В советское время, я помню, была статья, почему продают арбузы. Ну, это глубоко там советское время. Там некоторых, наверное, еще и в проекте не было. Может быть, кто-то из вас, кто смотрит. А как-то продавали арбузы, 60-е годы продавали такие арбузы, привозили машинами, хорошие, спелые, красные. Потом стали, знаете, ГОСТы меняться. И стали продавать арбузы, называется, товарной спелости. То есть на разрезе он будет такой розовый, а на вкус он будет либо никакой, ну, скорее всего, никакой. Арбуз же кислый не может быть.
Он будет такой, ну такой, никакой, не сладкий. Так вот, очень часто тоже можно купить такие арбузы товарной спелости. Знаете, можно было, если с семечками сориентироваться, хотя бы на черные семечки. Если черные семечки внутри, то это уже точно такой арбуз спелый. Ну, семечек как-то не было нарезанных. Может, они днем и резали, а я-то уже зашла до закрытия супермаркета. Он в 9 закрывается у нас тут на Квин-стрит. Осталось всего полчаса. Так что не рискнула я купить арбузик, чтобы тащить эти 3 килограмма, а потом там надрываться, а потом прийти домой, он такой, а назад же не понесешь. Не, в принципе, можно отнести, они заберут, если он не спелый. Ну, знаете, так, удовольствие ниже среднего. На сливы смотришь, они тоже будут такие товарной спелости. Ой, а что я там брякну? Вы не обращайте внимания, потому что иногда, знаете, вот по ошибке вместо килограмма скажешь штука. Это я там персики обозвала на штуки. Вот эти новозеландские такие большие бело-розовые персики. Нет, это килограмм там они. Но у нас очень много здесь продается на штуки. Капуста на штуки, огурцы на штуки, синие вот эти баклажаны на штуки, перец болгарский на штуки, еще там капуста брокколи на штуки, какая там цветная капуста на штуки. Перец болгарский иногда бывает просто в пакете, иногда на вес, но на вес я, по-моему, тут пару раз, если видела, то это большое счастье. А так все вот такое вот на штуке. То есть, ну, бери больше, бери меньше. Я вчера брала головку капусты, так я взяла такую небольшую. Ну, в общем, вот так я сегодня весело провела время. Ну, зато так налюбовалась. И видами классными. И походила там, и посидела на пляжике. Ой, ну ладно, у меня уже вечер. Сейчас, может быть, что-нибудь легенькое перекушу и там вперед. Упасть? Нет, в душ пойду. А потом так на кроватку и читать, кто там что написал. Пока.